Всем привет, дорогие друзья, с вами Ванчик. Сегодня у нас новая серия по Jungle Dash. Сегодня мы начинаем проходить уровень Ультрасоник. Ультрасоник. Чуть-чуть облегченная версия для ПК. Немножечко я нёрфнул, вот, даже кофе создал. Вот. Значит, булбаф скоро будет пройден, давайте пока немного облегчим. Булбаф у нас всё-таки Extreme Demon, а Ультрасоник Insane. Ух. Ну давайте, погнали. Нет, потренировался немного. Давайте. Самое сложное это 70% за этот гребаный просто. Да. Все, поехали. Куб первый рекорд, поехали. Все. Поехали, Ультрасоник. Первая попытка. Ух, ё-моё. 1% первый рекорд. 2%. Нифига себе, поехали. Нифига себе. Нихрена себе. 35% нормальный такой рекорд четвертой попытки. Офигеть, просто можно. Ультра изи хап мы не будем активирую, потому что это будет слишком просто там. Я вам даже сейчас покажу, сейчас когда сдохну, вот. Смотрите. Ну что это такое? Ну что? Ой, пол уровня, поэтому уже медиум какой-то демон. Ё-моё, вот посмотрите. Ну что? Ну что? Ну что это такое? Ну, ой-ой-ой. Вот. Пиздец лагает, нахуй. Давай сейчас отлагает. Все нормально будет по-любому, я уверен, давай. Все, давай. Да ё-моё. Фу. Боже мой, с первой попытки же все проходилось так хорошо вообще. Просто это что такое? Я нажал нормальный оп, он почему-то. Что такое? Ну я. Сейчас что он облокотился? Он не должен же. Блин, 41%. Мы это видели. Я нормально так про. Ну чё, сейчас снова продолжался. Нормально такой. Фух. Прогресс начал уже ставить. Ну чё, сейчас не покатился. Только не процент нормально, чё. Давай. Вот. Thank you.
Давай. Отлично. 46% блин, еще немножечко попозже блажил. Вообще прекрасно. Просто сегодня цель за серию ну, сделать как минимум 70%. Как минимум, потому что там, ну, хотя бы дойти до вот этой вот жесткой, просто висячей части. Все, поехали, сосредоточились. Блин, ставлю прогрессы круче, чем на булбах, ё-моё. Поехали. Ой. Куда же все-таки я пройду булбах? Что-то никак не могу его пройти, вообще не проходится. Да что опять, но о, нажал. Да что? О, боже мой. Все, давай. Вот сейчас 60-й попытки, еще пройду. Смотрите, чекайте. Это еще не 60, но все же, но все же. Смотрите, сейчас. Ебаный в рот. Во. Ой, боже мой, что так залагало-то, ё-моё, маленький прогресс же мог быть, но нет, прям жестко. Взяли, прям залагало, может быть, даже на видео это будет видно, прям, фпс так 20 было, точно, говорю. Ну, боже мой, почему ты не можешь? Давай. Ну что сейчас-то не так? Такое нормально. Во. Пошла раз, что-то не нажалась. Во. Нормально. Давайте пройдем сейчас. Хотя бы на 70% сегодня мы должны поставить. 70% должны мы сегодня поставить просто как штуки, как хорошие. Давай, за 100 попыток. Да ё-моё. Давай, да что ты...
Да боже мой, да что так? Слишком... Ну вы поняли, как я нажал. Что такое? Полагай, просто я не понимаю. Я нормально мышкой. Давай. Сейчас тут начинаю умирать. Сейчас что-то на орк не нажалось. Почему-то не нажалось вообще. Все, поехали. Давай. Давай. О, так, все. Давайте. Все, сосредоточились, ё-моё. 70%. Вот чё сейчас? Опять залагал, ну бля, ну за что, сука, враги мне, бля, попадают, ёбаный в рот. Вот прям вот, хотя бы так вот. Так вот не могу просто уже. Вот чё сейчас? Нажимается, я нормально нажимаю вот так вот, тык, вот так вот, тык, вообще что-то вообще, прям вот так вот, сейчас, смотрите, тык, 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 о, все нормально, а что-то в прошлые разы что-то не получалось. Ё-моё, да что такое? Ну, попробуй сейчас пройти, короче, хотя бы 15%, даже 20%. Вот по самой краю левой клавиши.
посмотреть по групповой части. Тем не менее, мы поставили 61%. Сейчас скоро бомба в перегоне, ё мы это нет, не перегоним, что там 84, а там 70% здесь. Давай, 20% челлендж. Фига себе. Ну хотя бы 10% нормально, тоже пехнет. Да ёбаный в рот. Пиздец. Ой. Ой, блин, чё активировал? О боже мой, как все легко. Вообще какой-то тут баг вообще. Потом тут баги, я буду в обычной версии играть, не ультра изи. Не в ультра изи. Тихо, да блядь. Давай. Ты ёбаный в рот, сука. Уже... Больше 200 попыток не могу дойти. Давай, 70%, все.
Да ё-моё. Да нет, нет, нет. О боже мой, как обидно, мог бы рекорд поставить. Больше 60 точно, сколько там у нас? 61 вроде бы, да? Вроде бы 61, да. Кстати, интересный факт, мне на Bloodbath'е 85%, даже, если, да, нет, 84% удалось поставить с 228 попытки. 228, Карл, нифига себе. Счастливое число, однако, реально счастливое. 228 попытки поставил новый рекорд, который сейчас не могу вообще никак побить. Сдох из-за бага, 84% я поставил. Ну ладно, давайте сейчас ультрасоник на 70%. Может даже больше 70 за эту сферу поставим. Потом уже пойдет получше, думаю. Поехали. Да ё-моё, я же нажал нормально. 23%, тем не менее. Хороший такой рекордик. А ну-ка, на пробеле получится. Ни хрена. Офигел. Не получилось. 18% одно проверили, фига себе. Кайф. Давай. Почему ты тут? Давай. Боже мой, куда? А, кстати, хотел на практике показать вам 70, которые, ну, и, ну, вообще в целом уровень показать. Оп. Тут место просто у меня уже.
выворачивать на наименование. Вот так, вот прям спамить. О, не выгасил 83% поставишь. Очень сложный. Волна после спама, особенно когда палец болит, он становится вдвойне сложнее. Прям как в оригинале, кстати. Оп, блин. Идем тут. Сейчас. Надо тут удержаться. И вот тут аккуратно нужно, прям вот очень аккуратно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Блин. Ну, представляете, уже это нормальная попытка. Прошел нормально. Фух. Все, давайте так же нормально. Все, поехали. Все бы 270 плюс. Ё-моё. Давай, пожалуйста. Ненавижу, давай, поехали. Нажимаем тыкву.
Во. Всегда бы так. Давай. О, все, давай, рекорд. Нужен отдых перед. Все, собрались на победу. Все, новый рекорд составим и все. Вырубаем. Пожалуй, 70% я не найду за эту серию. Всем пока.